Один и тот. What the fuck is this? Что это? Привет, дорогие наши любимые друзья. Hi, everybody. Сейчас мы вам покажем и проведем вас в самый американский, что на есть, магазин в Америке. Как вы думаете, что это за магазин? Рэй, what is the most American store we have? А? Это что, Рэй, это Walmart? Any more American than what would you have? Like a giant American flag, big eagle and Abrams coming through it. And Trump. And Trump? Mm-hmm. Let's go. Let's go. Так, ребятки, сейчас мы вам заснимем американский магазин Walmart, покажем вам еду. Колясочку взяли. И вот, короче, ребятки, что у нас здесь есть? Дешевая китайская Chinese made шмотки. Шмоточки, все вот это вот китайское, такое вот дешевенькое. Ну, понимаете, что большинство США, как раз вот и средний класс, они обожают эти тупые магазины. Я не знаю, как их еще назвать. Здесь все для вашего, как бы сказать, удовольствия. Для детей, для стариков, для женщин, для мужчин. Здесь есть, ребята, все. Даже эти штуки для бассейна. Я не знаю, как это описать. Нас интересует еда, поэтому мы обзор большой на вещи делать не будем. I don't think we should do a lot of... Wow, dude, check it out, Eminem. Это young Eminem, маленький, это... Yeah? Да, ребята, нас вот это вот все шмотки, это не интересует, игрушки, фигушки. Таких, наверное, уже каналов миллионы, кто снимает Walmart и всякие. Мы сейчас хотим посмотреть на еду. И заснять еду. Вот кругом флаги американские в Walmart. What? Все для кухни. Давайте, мы сейчас пытаемся найти еду. Да, это суперцентр называется Walmart, то есть здесь все. Но мы вам снимем два Walmart, ребятки. Мы вам покажем вот этот, а потом еще пойдем в Walmart, который просто для еды. Итак, мы нашли еду, потому что сразу первый показатель еды – это огромные вот такие коробки с кукурузой и арбузами. Ребятки, что у нас здесь есть? Давайте посмотрим на цены в Walmart. На помидорки, на авокадо. Во! Вот, пожалуйста, 88 центов за авокадо. То есть это очень дешево. Персики. $1.88. Я даже видел магазины, где дешевле, ребятки. То есть реально 68 центов за манго вот такое. Вот это здорово. Так, Рэй, что тут у нас? Рэй, what is this? Чиз, сыр, сырок, моцарелла. Моцарелла $2.47 вот за моцарелку. Экзотик cheese. Экзотик. Не американский, но American. Look at this. Cheese pizza with pepperoni. Ага. Прикольная штучка. Большая пицца. Вот, meat lovers, there's your favorite one. Yes. Он любит пиццу с мясом, чтобы прям набита мясом была. А я люблю просто с сырком, если честно. Так, вот эти равиоли, кстати, очень хорошие тортеллини. Очень хорошие. Ну вот, пожалуйста, ребятки, то есть... О, макаронный салат. Американцы любят макаронный салат. Всякая капуста, картофельные салатики. Тут у них курочка. То есть можете себе представить, вы вон там купили телевизор с одеждой, да, а потом зашли сюда и взяли жареные курицы каких-то непонятных вещей. What is all this? Fast food, да? Yeah. Крылышки, вон, крылышки, пожалуйста. Вот такие баффл, китайские крылышки. Тут можно и курочку взять. Я не удивлюсь, что если здесь даже, наверное, суши есть. Так, ребята, в Walmart нам тоже нужно несколько вещей купить для нашего видоса. Картошечка. Давайте посмотрим картошечку. Эти маленькие, нам картошка побольше нужна. Но здесь можно купить картошку в пакет. Вот такой вот. За чуть-чуть. $2.47. Так, картошечку взяли. Сальса, гуакамоле. Вот, $2.98 уже готовое гуакамоле. Намного дешевле, чем... Look, see? Much cheaper than... Всякие салатики... Каких только салатов нету, ребят, смотрите, да? Все нарезано, все готово, берите, покупайте. Морковка, капуста, lettuce, это салат. Вот, фрукты, фруктики, яблочки, груши.
Все причем такое дешевое. То есть, чем славится Walmart, это то, что здесь реально все дешево. Но, ребята, это не самый дешевый магазин. Есть еще намного дешевле магазины. Виноградики, Конкорд, вот это обалденный виноград. Малина, вот такая коробка малины стоит 4,94. Или вот за 2,98. Ананасы 2,48. Каждый ананас стоит по 2,48. Ич, прикольно. Так, мы идем за беконом, ребята, сливки. Сливы, помидорчики. Бекон, нам нужен бекон. Бекон, where's bacon? Probably it's that way. Офигеть, сколько же здесь продуктов. Ребята, это просто офигенный магазин. Американцы тащатся, тащатся от Walmart. Что здесь только нету. Смотрите, о-о-о. Labor Day. А, патриотичный торт. Давайте пройдемся по заморозочке и покажем вам, что здесь есть в заморозке. Мороженое. Потому что в Walmart будет все чисто такое вот прям то, что американцы любят везде, по всем штатам. Один и тот. What the fuck is this? Что это? I don't know, I'm scared. Тут, короче, надо что-то класть. Что-то нажимать, и получается что-то. Мороженое набитое, все, он M&M's мороженое. Да, ребят, здесь вот именно то, что вы увидите по всей Америке. Они все вот эти Walmart'ы одинаковые. То есть то, что вы видите в Калифорнии, вы, скорее всего, увидите и в Айдахо, и в Вайоминге. Все то же самое будет. Какие-то тортики прикольные, такие вот Claim Jumper. А, да, ребята, в Америке много вот сетевых ресторанов, как Claim Jumper, Applebee's, Chili's. И они делают такие прям уже самые вкусняшки, которые любят в ресторанах. Они их в Walmart. Так, пошла пицца, картошечка, фрикадельки, мини-фрутпайс, пицца. Вот, Калифорния Pizza Kitchen, к чему я говорю, это известный сетевой ресторан в Америке для пиццы. О, смотрите, прикольно. Screaming Sicilian, кричащий сицилиец, дижорно, ох, фрешетта. Сколько же здесь разной пиццы, ребята. Всякая дешевая, всякая дорогая, какая хотите пицца, замороженная Red Baron. О, Тони's, классика, дешевая, но приятно вкусная. Так, здесь для детишек пиццейки такие маленькие, прикольные. Party Pizzas, Deep Dish, Chicago. Это что у нас? Это у нас курочка. Вот, очень удобно, нарезанная курочка. Rice. Rice? О, фрайс. О, взяли картошечку у нас для видосиков. Fries. Regular cut. А, это регулярные for a special fries? Yes. Так, вот видите, сколько здесь картошки разные. Она причем удобна. Берете ее так в микроволновку, в печку. Он hash browns для завтрака. Там курочка, креветки, попкорн, чикен. Я вот нифига не понял, что... Hot Pockets! Я вот вырос вот в Америке. Мои первые блюда, которые я ел в Америке, это были Hot Pockets. Вот такие. И здесь... TV Dinners? Can you show me? This gotta be here. Так, давай мне сейчас Рэй покажет, на чем он вырос. Сейчас мы найдем. О, TV dinners, you know? No, not yet. That's fancy stuff. Yeah. Actually, you know what? I'm gonna show you the TV dinners that I grew up on as well. Salisbury steak. Hungry man! Что у нас здесь? Пакеты готовые с пастой. Просто высыпаете и все. Это что у нас? Baked ziti. Да, ребятки, это вот рай для... американцев. Они тупо приходят, набирают, забивают свои холодильники вот этим всем. Детишки это все любят, детишки от этого тащатся. Даже смотрите, такая маленькая штучка прикольная есть. Лазанья. Какая она маленькая, хорошая, уютная, прикольная. Картошечка с сырком и с беконом. Вот это класс. Alright. We're getting closer to what I grew up on. Yeah. Сейчас мы с Рэем найдем наши ужины, которые были популярны в 90-х в Америке.
Вот. Chicken pot pie. Это the most American pie right here. Chicken pot pie, yeah? We're here. Stuff I grew up on. Oh, me too, right there. Ребята, это то, что на чем мы выросли. Can we take that to our view with us? Because I want to do a nostalgic video. This is right here. Yes. Вот, вот. Это на то, что вот мы выросли вот на этом, ребята. Я жрал это в 90-х в Америке. Вот это вот. Не изменился ни дизайн коробки. Ничего не изменилось. Все осталось таким же, как и было. $2.13. А вот он и сам, по-моему, сол... Да, вот, that! Right there, Salisbury steak. Exactly. Yeah? Exactly. Oh. It's still done the same way. Мы это берем в зону 51. Микелинос тоже очень хорошая. Итальянские очень вкусняшечки. О, бурритос! Dude, those were cool too. Oh. Healthy choice. That's all new stuff. Atkins. Это вот все для диетчиков. Это все для диетчиков. То есть, это у кого углеводов мало. Видите, там написано 6 граммов углеводов. Это healthy choice. Там, то есть, никаких жиров нету плохих. Lean Cuisine тоже популярная. То есть это вот для диетчиков здесь. Вот еще Lean Cuisine. Diet food, bro. Mm-hmm. Что у нас на этой, this side? Так, paleo. Oh, those are paleo. Кто на диете палео, пожалуйста, вот для них готовые вот эти вот блюда тоже есть. Овощи замороженные, фрукты, манго, клубника, blueberries, это черника, голубика, брокколи. Все замороженные. Фрукты и овощи. О, oh, I remember bird's eye too. Yeah, classic, yeah. Классика, ребята, это американская классика. Great value, это Walmart-овский бренд. Walmart brand, great value. Так, следующее идем в холодную. Там еще мясо, look at all the beef and meat in there. But we still gotta check out all this stuff right here. Тут, короче, пончики пошли, видите? Всякие пончики готовые, какие хотите. Всякие сладкие для сладкоежек. О, oh, Twinkies, dude. I thought Twinkies were gone. They're back? They're back. There. Banana. Twinkies. These are the regular. Вот эти вот исчезли, а потом вернулись. За 2.50. Острых соусов не так много. О, сирача от компании Хой Фонг. Петух. Очень вкусный. Самая вкусная сирача на свете. Would you say this is the best sriracha in the world? Хуй Фонг? SoCal, bro. SoCal. Петух. Are you a rooster? Петух? No? No. Я ему объяснил, что это такое. Он сибаса сделал. Чего? Oh, but there's only two. They don't have the ones. Кофе. Здесь, короче, американское кофе, колумбийское. Oh, pizza. Pizza's not bad, actually. Yeah. Dude, look at that price on ramen. $1.94 вот за такую коробку 12 дошираков, ребята. Так, что у нас здесь? Начос, сыр здесь есть, халапеньосы, тапатио. Так, что у нас здесь? Мексиканские соки, мексиканские напитки с какими-то личинками. Я даже не знаю, что это. Чиоси, what the fuck is this alien shit, dude? Ew. Вообще без понятия. Сальса. Это все, как говорится, этническая часть. Так, что у нас здесь? Здесь у нас непонятные вот эти вот американские огурцы соленые. Полное дерьмо. Самые вкусные это были, конечно, бочковые с России. Yellow, что? What? Что это? Gluten-free. Gluten-free. Всякие Uncle Ben's рисы. Прям с разными джамбалая, rice pilaf, roasted chicken. Кура гриль называется, roasted chicken. Рис. Вот, кстати, мексиканские чипсы офигенные, прикольные. Они как раз острее. Chicharrones. Это жареные во фритюрнице кожица свинки. Тут у нас перцы. Вот это классно, ребята. Вот если вы делаете сальса или тако соус, вот это вот офигенное. Так, ну что, пошла курочка. Вот такая вот курочка. $1.84. За паунд, то есть получается 7, 14 грудки.
Тут разного вида курица от разных компаний, очень больших. Crescent, Tyson, Faster Forms. Так, мясо свинина. Косточки для супа, для рамена, во, neck bones. Если вы готовите рамен, это самое, что и есть замечательное для супа рамен, чтобы сделать бульоны. Так, что у нас здесь, Рэй? Ribs. You like ribs? Baby backs? Loins. Это все для барбекю можно классно. Вот Saint Louis. Тут у нас ветчина разных видов. Уже такая нарезанная, прям на пиццу удобно. Если вы лох и не хотите резать вот это вот сами, то покупайте вот это уже нарезанное. А вот пошли. Кусок пластмассы какой-то лежит. Миланеза. Вот эта вот вкусная аргентинская котлетка из говядины. Beef brisket. That's a серьезная брискет. Вот это вот барбекю Техас. Ground beef, давай. Вот это вот говяжьи ребра. Beef back ribs. Но они мне не нравятся. Их очень нужно долго-долго томить. Особенно в красном вине неплохо получаются, а так не очень. Ну, фарш. Сейчас мы возьмем RPG. Launch it. Фарш. Вот это много фарша. Тут, короче, замороженная курица, там замороженная курица. Смотрите, креветки 5.34 за вот такие штучки. Но такие-то очень хорошие понтовые креветки, потому что обычно эта цена не что-то дороговатенькая. Так, здесь все, что связано с рыбкой. Замороженная рыба. Fish, yeah. Так, во, бекон, Рэй, we need bacon. Yes. Farmer John, хорошая фирма. Oh, good, the sausage is here too, so I did that. Black Label, Hormel is good. Yeah. My grandfather worked for Hormel. Oh, really? Yeah. У него дедушка работал в компании Hormel. Они делают очень хорошие продукты в Америке. О, хот-доги, смотрите, ребят, хот-доги американские. Ballpark называются вот такие вот. 5.26 вот за такую упаковку сосисонов. Я видел дешевле, ребята, это дороговато. Тут бекончик тоже есть. Вот он, ужасный американский хлеб. I hate that bread, it's so bad. Это уже нарезочки пошли, всякие там индюшки. Ветчина. Просто для сэндвичей. Покупайте эту пачку, очень удобно. Делаете сэндвич, вот видите, пожалуйста, и без проблем. Вкусно, сердито, дешево. Вот и же огурцы заодно берете. Американцы любят сэндвичи с огурцами. А это вот наборы снеков для детишек. Сыр, крекеры и ветчина. Набитая солью. Фу. Brick cheese. Wisconsin. The best cheese. It is the best cheese. From Oregon. Да. Это настоящий американский сыр. Yes. Вот он, кирпич называется. Его используют практически для всего. Даже для пиццы, кстати. В детройтовом стиле. Короче, сыры. Это все теламук, это все американские сыры. То есть, это не итальянские. Это все реально... О, Монтерей Джек. Самое что ни на есть калифорнийский сыр. California cheese, bro. What we famous for? Monterey. Monterey. Хупш! Можно построить дом из кусков сыра. Моцарелка. О, string cheese. Это как косичка в России, только, видите, они называют его string cheese. Вы так его разделяете, и получаются такие веревки из сыра, можно сказать. Рассыпной для пиццы, для начосов, для такосов. Вот моцарелка. О, мексиканский, кстати, чиз очень хороший. Вот панелла, моцарелла, крема мехикана. Вот это классная штучка для такосов тоже. Котия. Вот американцы любят, и мексиканцы именно вот такой вот чоризо на завтрак делают с яичками. Do you understand what they're saying? No. Что они говорят, непонятно вообще. Чабани. Хороший йогурт, кстати. Вот йогурты разные. Греческий ванильный, греческий с вишенкой, греческий с клубничкой, греческий чизкейк.
цены вот такие. Сколько там? 4 упаковочки вот такие большие. 4-pack. Так, тут еще разные йогурты. Вот эти популярные в разных китайских и корейских ресторанах. Когда вы выходите уже домой, вам дают такой напиток. Якульт. Сок, апельсин. Морсок. Сок, 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 сок. Кофе. О, Starbucks кофе, смотри. Вот у нас популярно тоже берете вот такую бадлу, байдю, бутыль Starbucks разных видов. И смешиваете вот с этими кремерами и дома пьете. То есть не надо ходить в Starbucks даже. Просто берете его и дома делаете. Очень приятно, легко. Масло вот это ирландское, оно, кстати, очень хорошее. 2,83. Очень хорошая цена. В Whole Foods дороже стоит. Так, идем дальше. Тут молоко. Вот почем молоко в Whole Foods у нас дороже намного, чем в Walmart. 2,93 доллара за 2 галлона. $3 за 2 галлона. This scares me. What is that? Dairy whipped topping. Peanut butter? Арахисовая фигня. Cream. Are we buying this to try? No. Whoa. Начинаются снеки. Ребятки, это сейчас будет снеки. То, от чего толстеют америкосы. Чипсы. Yeah, we're gonna get the bag. Doritos? Nacho cheese? Yeah. Oh! Это потею даже делают Доритосы. Короче, здесь Доритосы сальса. Верды тоже такое пробовал. А, чипсы. Луковые кольца. Опять же, партипеки вот эти вот для большого количества людей покупаете. Прям готовые. Вот это, кстати, хорошие чипсы. Cape Cod. Снайдерсы. О, мой друг, если Вован Твист ТВ смотрит, я ему посылал вот такие снайдерсы. Это самые лучшие крендельки. Ну, лейсы обычные, вот эти дипы сырные. Макать чипсы. Вот такой набор. Раффлсы. Кстати, раффлсы, я еще помню, с России были очень вкусные. Эти очень острые. Даже меня пукан горит от них. Каких только M&M'сов нету. Карамель, арахисовое масло, шоколадные такие. Вот. Рандомно. Хлопья. You like хлопья? Это... Yeah. Cereal. Хлопья. Как же американцы тащатся вот от этих хлопьев? Смотрите, сколько здесь хлопьев. Вот это... Вот кто покупает такие пакеты? Ray, who buys bags like that? It's just so much. I do. You do? I do. То есть Ray покупает такое, я не покупаю такое. What's your favorite? Peanut butter crunch. Where is it? It's Show not me. Here. What? Yeah. Your favorite stuff is My not here? Stuff is not here. Любимые хлопья Рэя. И их нет в магазине Walmart? What? I know. It's August. It already started. I saw Halloween store at the beginning of August. You know, each year, the holidays are getting earlier and earlier, the preparations. The mood. The Christmas displays come out. We're gonna have Thanksgiving next month. Uh-huh. Ребята, реально заметили в последнее время, что вот праздники, которые американцы празднуют, они в последнее время прям продают все заранее, где-то, наверное, на месяца 2-3 уже. Раньше там за 2 недели продавались, а сейчас продаются за 3 месяца можно купить. Фрукты в банках. Это бренд Walmart, Great Value называется. Вот $1.12 за коктейль из фруктиков. А это, наверное, дороже стоит? $1.84, да, дороже. Большая такая. You like fruit cocktail? Are you a fruit cocktail? No. No good. Kentucky. Во, пожалуйста, Kentucky Fried Chicken. This is the better for Kentucky Fried Chicken. Вы любите KFC, ребята? Вот, вот. Вот прям покупаете это. Кстати, в Россию надо выслать тем, кто любит готовить жареную курицу во фритюрнице. Что? Do we need a lot of flour? We need a little bit of flour. Wait, what do we need? Oh, pancakes, right? Yeah. Okay, yeah. Dry peanut butter. The fuck? And chia seeds. Chia seeds? Chia-chia-san, я хочу быть с тобой.
посмеялся, как будто знает, что за песню я сейчас спел. Ребята, здесь можно блуждать по Walmart'у часами, и вы не дойдете никогда до конца ни до чего. Это просто какой-то фанатизм у американцев. Посмотрите, везде висят флаги. Вообще везде. Вот, они везде. Пойдемте соусы посмотрим для спагетти. I'm gonna be in the sauce. Альфредо, 4 сыра. Очень вкусная, кстати, штука. Классика, томатные, кремовые, на сливках. Ох, сколько... О, рау. Ребята, вот это очень вкусный соус. Один из чуваков, который играл агента ФБР в Сопрано, в клан Сопрано, открыл этот ресторан со своим родственником. Очень вкусный соус. То есть это все для спагетти, для пиццы. О, пепперони, пепперони! О, пепперони. Супчики. Это все супы. Суп. О, сыр. Вот, любят ребята сыр. Cheese whiz. О, чиз. Whiz. No? No good? Барилла. Барилла, зити. No fucking зити. Мини-пенни. Ух ты, я такие даже и не видел. Маленькие пенни. Подождите, я сейчас сфоткаю, дебри пошлю. Так, ребята, жвачки, конфеты, разных видов конфетки, скитлсы. О, смотрите, сколько разных прикольных скитлсов. Скитлы. Тоже детство. Starburst. О, вот оно, американское мое детство. My childhood candy, Starburst. Skittle. No? Not me. You didn't like it? No. Whoppers, dude, those were cool. Yeah. M&M's. In a box. Ну, это классика, да. Это вот американская классика. Sour Patch. What? Кислятина. Reese's Pieces? No. No? Шоколад, Ray. Твой любимый. Chocolate, you lovely chocolate that you like so much. You like Russian chocolate better? Yes. Seriously? Yes. Он русский шоколад больше любит. О, сникерсы, смотрите, каких только нету. Peanut butter мне не нравится, almond неплохой. А это что за сникерсы такие? Тоже прикольные. Ну вот, разные шоколадки, разные конфетки. M&M's. Блин, сколько же здесь, куда я не гляну, одни M&M's. Everywhere I look, I see M&M's. What's going on? Так, тут вода, тут чай, вот этот аризонский чай, очень вкусный. От него все тащатся американцы. Green Arizona Tea. Так, короче, пошла газировочка. Тут у нас снеки, печешки, чизоты, goldfish. Вот эти вот популярные чизоты. Каких только, блин, здесь нету. Даже со спайдерменом есть. Сейчас. What was that? I don't know. Subtitles. Нужны субтитры. Что это? Bacon and cheddar duos. Cheese it duos. Чего только нету, ребята, тут вообще. Кокосовые какие-то. Газировочка, фанта разных видов. Кока-кола. О, классика. Почем у нас бутылка кока-колы? Ванильная. Обыкновенная. Коробки. Банки. 3.33 за 6 бутылок вот таких. Я вообще не понимаю. What is this? Oreo. Печешки Oreo, ребята. Вот такие. You like Oreos? I used to. With milk? Yeah. Yeah? Все американцы любят Oreo с молочком. Напитки, соки, каприсаны, вот эти вот. Это волмартовский набор, это дешманский, бичевский, это дорогой. Если вы в школе вот с таким, вы не крутой. А вот это вот была самая офигенная сочная штука. О, mac and cheese. Mac and cheese craft. Вот такая пачка mac and cheese стоит 2.96. Прикольная. А, когда он был мелкий, то есть это у него было. So, these packs? Like little ones, like that? Yeah, and what, I don't know if you could do them with these, but when I was a kid, they would open up in the middle, uh-huh. like its own bowl, and you pour the water in there, and you eat it right out of the box. Oh, no way. Yeah. Здорово, вот она, наша memory lane, как говорится, вернулись назад в прошлое. У меня тоже такие были, когда я был мелким. Так, Gatorade. О, смотри, большой пакет Goldfish. You like Goldfish? Сырные рыбы. Прикольные.
сидишь так, смотришь телек, щелкаешь их. Вкусняшки. Опять хлопья, мы же проходили уже. Why more cereal? I thought the cereal was over there. Rollback 294. It's overstocked. Overstocked? У нас чересчур в Америке много еды. Ребята, мы прям, у нас ее чересчур много, и поэтому она перебор. Surplus of food, right? Yeah. Так, чипсы мы видели. Пойдем посмотрим сиропы. О, вяленое мясо, давайте я вам покажу, ребят. Вот это вот вяленое мясо, Jack Links, и неплохой. Теламук, хорошая компания. Такое вот мясцо. Вяленое мясо, ребята, не дешево стоит. Это вот качественное мясо. Вот, кстати, Walmart-овский бренд за 9.28. Недешево. Попкорн. О, Pringles. Классика Pringles. I like Pringles too. Какие у нас Pringles, смотрите. Слегка соленые, обычная соль с уксусом. О, oh, dill pickle. What the f... I've never seen these before. Это соленый огурец. Huh. We gotta take some of those with us when we go. Попкорн разного вида. Масло для попкорна, соль для попкорна, орешки. Кэшьюс, разные орешки, видов арахисов, макадемия, фисташки. Так, что у нас здесь? О, соки. I hope so. I'm getting tired of groceries. А это никто, вот кто не пьет, можно купить вот такое вот прикольное мартинелли, очень вкусное вино, шампанское, можно сказать, ну, это сидр, apple cranberry cider, и очень много мормонов, кто его употребляет на вечеринки, день рождения, на всякие вот эти дела. Это, опять же, соки, вот уже готовые соки, white peach, кофе, Реюшка, кофе, кофеек, а, фокус, or fuck USA, what the fuck? Fit anti-fade. You like anti-fade? Core power. Kool-Aid. Дешманские. Вот эти вот дешманские Kool-Aid. Ну, прикольные. You like Kool-Aid? Yeah. Are you a cool kid that likes Kool-Aid? You know, you're right. I think that's it. Yep. Ребята, мы что, неужели закончили с нашими... с нашей жратвой? То есть мы уже все закончили почти, и тарелочки всякие, тут тоже зиплок, бэги. Ну, короче, пошел товар обыкновенный, волмартовский. То есть, смотрите, какой... Знаете, it's like a stadium. The size of the Walmart is so huge. Yeah. It's like a stadium, как стадион, реально. То есть размер Whole Foods, даже близко, самый большой Whole Foods, не стоит вот с этим. Walmart это вот для рыбешек все, для всяких там животных, для собачек. Really, the only thing we're short on is like the mega potatoes, right? Mega potatoes, Whole Foods, bro. Okay. Короче, корм для собак. Обувь разных видов. Шнурки, обувь такая. Почем вообще тут кроссовки? Вот такие кроссовочки за 8 баксов. Офигеть, look at the prices on these things. So cheap. Ну, спасибо Китаю. Скоро этого не будет. Что это? Вот это вот, что тут? Вот такие кеды 14.97. Что такое? Пылесос. Look, you got over there you got coffee and then vacuum cleaners. А, вот эти автоматические пылесосы, отпускайте их, так они сами ездят и чистят. Вот $400 стоит такой робот. Румба. Вот, пожалуйста, телеки. Вот, $248 за видео. Вот такой телек. Тут уже всякие проги идут. Ну, реально, дешевый. $248 телевизор стоит. $118 телек. Вот такой 32-дюймовый. PlayStation Сонька стоит. Сколько она у нас стоит? $269. Всякие тут лэптопы. Acer вот такой, 229. Почем они у нас здесь? 349. Блин, они дешевенькие, но это, наверное, совсем такое прям все дешевенькое. Ребята, короче, у меня устала рука, и мы прошли буквально... What would you say, how many percent did we cover? We covered about 25% of the store. 25% магазина мы только прошли. Why so many American flags, dude? Сколько американских флагов?
I have no idea. Just in case you don't know where you at, bro. This is America. Все для кухни. Вот это я люблю. Вот эти места я люблю. О, KitchenAid, о! $260. Вот такой вот KitchenAid. Это замечательный девайс, который поможет вам сделать и соки, и бургеры, и сыр, и зукини. Ребята, я помню, друже Обломов интересовался, куда пропали курица-гриль. И вроде Юра Хованский тоже интересовался. Вот, Юра, друже, смотрите, куда пропали они. Они не пропали, они просто переехали в Америку. Вот они все, куры-гриль. В Америке, в Walmart'е. Закупались в самом американском магазине, что есть в Америке, и увидели самый американский ресторан в этом самом американском магазине. Макдак. Так, ребята, ну все. Я думаю, хватит нам Walmart'а, потому что если снимать весь магазин, то видео получится на 3 часа, и у меня батарейки осталось очень мало, она уже кончается. Рэюшка, спасибо, что вы были с нами. The most American store in America. Марка. 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 Любим, целуем, пока. Walmart, Walmart. Пока.